Снятие изоляции – одно из важнейших условий качественного монтажа. Большое разнообразие кабелей привело к созданию специализированного инструмента. Продуманная конструкция обеспечивает удобство и высокую производительность работы. Мы представляем новые модели инструментов для снятия изоляции с проводов. Существуют различные конструкции ручного, полуавтоматического и автоматического инструмента. Удобство и многофункциональность делают его поистине уникальным. Универсальный ручной инструмент для снятия изоляции WS-01D не требует никакой настройки. Семипозиционные лезвия снимают изоляцию с многожильных и моножильных проводов сечением от 0,5 до 6 квадратных миллиметров. Конструкция инструмента позволяет резать винты и опрессовывать различные коннекторы. Форма многофункционального стрипера WS-01D специально разработана для работы в труднодоступных местах. Многофункциональный стрипер WS-04A автоматически настраивается на диаметр провода и толщину снимаемой изоляции. Винтом микронастройки инструмент легко регулируется на снятие изоляции с проводов сечением от 0,5 квадратных миллиметров. Ограничитель длины снимаемой изоляции упрощает выполнение однотипных операций. Предлагаемый спектр инструментов для снятия изоляции силовых кабелей помогает сделать оптимальный выбор. Легкий и компактный инструмент КСО оснащен двусторонним ножом для снятия изоляции. С минимальными усилиями инструмент способен снимать изоляцию толщиной до 5 мм с кабелей диаметром более 20 мм.